каждую минуту слышу от даже уже и подросших мальчиков, так это среднего возраста, трэш, трэшево, трэшак. Что это такое? Это тоже английское слово. Оно даже, ну как бы его перевести, да? Плохой, неудачный, разрушенный. Все, что можно охарактеризовать междометиями. Фу! У нас определяется словом трэш. Да. И восхищение. И пренебрежение. И какая-то гадость. И то, что мы не принимаем. И то, что шокирует общество. И все это трэш.